В Одесской области более 1000 людей нуждаются в аппарате искусственной почки. Около 800 человек гемодиализом не обеспечены. Из-за несвоевременной процедуры некоторые пациенты умирают. На этой неделе Максим Степанов проведет переговоры с профильным департаментом. И в ближайшее время количество аппаратов для гемодиализа увеличат. Кроме этого, в Одесской области проверят все 10 психоневрологических диспансеров. Такое решение в администрации приняли после посещения Великорыбальского дома-интерната. Мы определили первоочередные заходы, которые должны быть. Это прежде всего выезд и проведение полного медицинского обследования всех без исключения людей, которые там находятся. Там есть то, что необходимо сделать достаточно быстро. Ну, там, к примеру, там приезд туда стоматологов, потому что у каждого там большие проблемы. Сделать элементарные, там, где это возможно, ремонтные работы произвести. Укомплектовать штат врачей.